любите зимнюю рыбалку? МЧС напоминает. При нахождении на льду в одиночку или вдвоем толщина льда должна быть не менее 15 сантиметров. При нахождении на льду группы людей не менее 20 сантиметров. Голубой цвет ледяного покрова свидетельствует о том, что лед прочный. Белый – прочность вдвое меньше. Серый указывает на присутствие воды. Будьте осторожны на льду. Берегите себя. Кушки сразу стали вариться. Поэтому я пошел, поставил жерлицу одну. Будем посмотреть. Ребята ушли оба за остров. Мелкий окушок, он здесь есть. Парни, что там у вас? Пойду, наверное, к ребятам. Здесь поставлю еще одну жерлицу. Перешел к ребятам. Андрюха там таскает. Тут у него что-то половилось. Вот Санька ловит. Вот. Сделал тоже дырочку, что-то поклевывает. Ну, глубоко здесь. Не, ну я подсадил опарыш-то. Блин. Кто-то там есть хороший. Вот сорожина. Тоже ловится, получается, на эту. На чертика. Да ёбка, не побой. Начало мая, отнюдь погода приятная, ледок, я вам скажу, меньше шнека, мы снова на льду. Андрюха очкует. Ну, так-то не очень, попожим-жим. Но мы же не одни. Да, вот рыбка немножко поклевывает, там у меня удочка попалась чего-то, окунек хороший попался. Немножко решили перекусить. Ваши продолжаем. Да, 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 да. Дай, дай бог, чтобы это было достойно. Теперь уже, наверное, точно последний лед. Да. Крайний, крайний. Да, 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 да. Будем уже ждать жидкую воду. Надо тоже открывать. Саша сегодня что-то пока скромничает, поймал всего пока две рыбешки, но чувствую, крупная пойдет. Пойдет. Наталья, привет. Да, всем, всем огромный привет Палычу, Вовке, Витальке, Мишке. А, у меня, у тебя привет, Сашка. Да, 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 давай, ну, на камеру. Ну, отряси маленько. Отряси маленечко. Носорожка прыгает. Ну, ладно, Санька не умеет прыгать. На камеру. Да. Там еще два человека ходят. Мы не одни на озере. Я думаю, что сегодня еще приедут. Ладно, дай бог, чтобы все было хорошо. Всем добра. 10 часов.
стол. То, что попалось. Попуга Третьяков. А ему все мало, мало и мало. Как денек? Отлично. Вообще, да? Это что, крайняя или как не крайняя? Ну, я думаю, что уже пора завершать. Ну, ты сидишь вроде не в луже. Меньше шнека. А тут у нас сидит меломан. Устьянский меломан. Санек. Я. В натуре. Как настроение? Настроение бодрое. Ты сюда смотри, не на меня смотри. Во! Во, настроение. Вот. Вообще класс. Он уже поймал самую опять большую сырогину. Я вообще-то как бы удивлен. А нет, я уже перестаю удивляться. Щука пока что еще голодает. Щука, щука. Вот. Там он еще два рыбака пришло. 11 часов 15 минут. Снежок. Что-то все время поклевывает, но не ловится. Мы сегодня вообще не одни. Там вон двое. Если как бы посмотреть, наверное, балансирят. Может и ловится что-то на балансир, не знаю. А вот Санек у нас поймал необычную рыбку. Саня, покажи. Вот, вот такого вот, вот. Смотри, почти как будто подлещик. Нет, это не подлещик, это густер. Это густера. Она, между прочим, густера... если ты ее завяришь, она вообще вкусняшка. Да. Вообще, да. Это густер, потому что он огромный густер. Самый большой густер на данный момент. Молодец, Саня, ты лучший. Смотрите, он ловит только крупняшу, только крупняшу. Потому что задание такое. Традиционные пельмени на закрытие сезона осенней рыбалки. Саня даже очки надел, чтобы не видеть мелкую рыбу. Да. Андрюха бегал в тот конец озера, не знаю зачем. Ну вот та же мелочь, да, вот. Я тут буквально недавно тут зацепил небольшого такого окушка. Вот так казалось, пока на данный момент самый большой. А, так вот. Уже немножко даже как будто бы жарится. Андрюха жалуется. Андрюха жалуется, что у него там мелкие окуни. О, кто-то на червя. Пришел кто-то на червя. На червячка кто-то пришел. Оп, кто такой? Окушок.
Я тебе по окуню сделал. Андрюха, ты надолго там уходишь-то? Ну, ты куда пошел? Я не пошел, я вернулся. Ну вот, видишь. Я к вам вернулся. Я буду... Сейчас пельмешки будут готовы. Так вот мы жарим, не отходя от лунки. Кто-то клюет, но не ловится. Опять летит самолет. Такой дымок идет классный. Там сейчас в том, кто на том берегу, тот сейчас там облизывается. Парыши сюда подсыпал? Конечно. Молодец. Как обычно. Ставь свою кружку. А на газу? А, в смысле, ты хочешь на снегу прямо, да? О-о-о-о! Вообще, Санек, ты лучший. Давай наливай. Вот пельмешки. Пожарились без спешки. А вот Андрюшка гонял на тот конец озера. По-моему, несколько кусков. А вот Санек, который предоставил свою горелку. Моя подвела, не стала зажигаться. Благодаря этому он еще попьет сегодня чаю. То есть это чаю, и чаю. Сегодня пожег? А? Ну, искры не было, да. Дело было не по бине. Да, дело было не по бине. GoPro, привет! Ты вот воспользовался этой шапкой, ты разрушил семью. Почему? Потому что эта шапка была предназначена для создания вороньей семьи. А вороньей? Да. Он уже одному зайцу подарил, не он, а... Я кепку подарил, что мы с Вовкой приехали. Такая кепка у него Слезингер, классная. Бойлой, ну это, ветровая. С ушками такая, все, классненькая кепочка. Мы с ним шли с озера, и посередине пути Виталика машину оставляли. Мне пень-то большой. Это мне отдохнули, все, все обратно. Скажу, шапки нет, ё-моё. Пошли потом обратно на следующий день. Нету ее. Пропала. Бегать за это. Полый заяц, мёртв. Это такой же рыбак. Или грибник. Какой же такой? Классно. Зачем-то опять вышло солнышко. Зачем оно? Зачем оно нам здесь не надо? Поклевку. Кто же там хочет все-таки попасться на червя?
Меняем позицию. Обе рогатки не сработали. Клюет-то сразу. Бац! Хоп! Андрюха уже навалил себе кузов рыбы. Давай уже. О! Я ловлю себе пол кузова всего. Да. Вот. Как бы типа. Ну, сорока под вечер. Немножко как бы говорит, что я здесь есть. Ребята там были вот здесь сегодня. Ловили рыбу из Новодвинска. Они уже убежали. Уехали. Там далеко сидит человек терпеливый. Там Санька сидит. А тут мы. Тут Андрюха. А тут я. Сегодня рогатки. Ну, жерлицы. Не сработали. Нету. Ничего. Пахнет дымком, либо кто-то жгет костер, либо кто-то баню топит. Посмотрите, видите, клюет. Она загибает, но никого нету, да. И это вот как бы типа да. Подожди, продолжает, наверное, смотри. Не хочет. А это у нас главный шаман сегодня. Вот смотрите, это ритуальный танец. Ha 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 ha.
Пройдите, пожалуйста, к своей лунке. Вот. Мозги не компостируйте. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем к Устюжанину. Он там дергает одну за другую. Одну за другой. Вот эти у него какие кабаны. Я даже не знаю, как здесь теперь идти. Тут можно провалиться. Пойду перешагню, да. Вот видите, крупняк вообще. Не знаю, блин. Мясорубка, наверное, заткнется. Добрый вечер. Люди, живите дружно. Конечно, тоже пойдем. Смотрите, как у него. У него тут вообще армия удочек. О, вообще, смотрите, блин, я вообще не знаю. А вот еще палка, которую он вырубает рыбу. А тут еще антенна, на которую он пилингует рыбу. Вот. Думаете, так просто рыбу поймаешь? Я думаю, что пусть наклейка. Да, тишина. Это все, что нам нужно. Сюда приехали за тишиной. 8 часов вечера. Это север, детка. Вот этот самый, да, молится тут. Ну, спасибо Саньке, терпеливому, блин. Он нас дождался все-таки, когда мы соберемся все, и закончим эту зимнюю рыбалку уже наконец. Терпеливый парень. Да. Си-си-си, опа, у него все не так просто. Он не хочет наклоняться. Лентяй. Ну иди, заводи машину, прогревай. Рыбалка кончилась, темнеет, пора к машине намети. Поймает рыбу, кто умеет. Вам всем счастливого пути. Рыбалка кончилась, темнеет, пора к машине намети. Поймает рыбу, кто умеет. Вам всем счастливого пути. Рыбалка кончилась, темнеет, пора к машине намети. Поймает рыбу, кто умеет. Вот так вот мы закрываем сезон рыбалки. Зима 2023-2024 год. Как быстро время. Вот. Да.